Друзья, всем привет! Девочка нашла на пляже красивый пакет, но, к счастью, у отца была быстрая реакция. Ребенка привлекло яркое пятно на песке. Папа успел остановить дочку в шаге от прикосновения к понравившемуся объекту. Он вовремя среагировал и тем самым спас жизнь любопытной девочки. Чем же оказался красочный объект на самом деле? Мужчина, хорошо разбиравшийся в подводном мире, сразу понял, что это за цветастый полиэтиленовый пакет. Он безошибочно идентифицировал ядовитую медузу физалию, или как еще ее называют, португальский военный кораблик. Строго говоря, физалия не является медузой. На самом деле это даже не одно живое существо, а целая колония полиповидных организмов, которые кучкуются и существуют вместе. Ассоциация с кораблем возникла из-за наполненного воздухом пузыря, выполняющего функцию паруса, удерживающего на плаву опасное создание. На противоположной стороне этой смертоносной конструкции расположены щупальца, которые могут достигать длину 10 метров. Содержащийся в них яд токсичен для человека. Его попадание на кожу влечет за собой летальный исход. У пострадавшего от жала медузы физалия резко падает кровяное давление, не имеет конечностей и затрудняется дыхание, что приводит к потере сознания и смерти от легочной недостаточности. Вот, друзья, если вам встретится такой подобный красивый пакет с узором, не приближайтесь к нему.